Публичные слушания по самым актуальным проблемам стали обычной практикой для органов власти. Чтобы не ошибиться в решении, стоит послушать разные мнения. В Чебоксарах обсудят будущее прибрежных территорий рек Чебоксарки, Сугутки и Трусихи. Дискуссия состоится 13 марта в Театре оперы и балета в формате открытой проектной сессии. В обсуждении примут участие эксперты, архитекторы, проектировщики, экологи. Прибрежные территории рек Чебоксарки, Сугутки и Трусихи должны стать комфортными общественными пространствами. Идея благоустройства малых рек Чебоксар была высказана главой Чувашии на встрече с представителями строительных компаний в прошлом году.